Для кожного харків'янина його місто звучить дитячим сміхом, співом птахів, журчанням фонтанів, звучанням голосів талановитих, юних харків'ян. Спрашивали звуки детства, звуки студенческие, профессиональные. Я астроном по профессии, да, и всю жизнь проработала вот здесь, вот если вы знаете, есть Харьковская обсерватория, которая вот недавно открывала двери на День науки. Там есть телескоп, на котором наблюдал еще Барабашов. Вообще Харьков удивительный город для астрономии. У нас город, где станция метро названа астрономом. И вот звук, открывая купола, открывающегося купола телескопа, это вот, ну, наш профессиональный звук, который вот сразу раз, и мы думаем, что-то вот начнется. Шановні друзі, давайте разом послухаємо, як звучить місто Харків в цій скульптурі. Увага!